Всем привет, друзья! С вами как Снорумзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И да, друзья, это случилось! Новый мифический бравлер Лили уже доступна в игре! Да, ребята, вам не послышалось! Лили уже есть в магазине Бравл Старса, и вы можете получить ее на неделю раньше, чем другие игроки! И не только Лили! А весь вот этот офигенный набор, бесплатное золото, бесплатные значки, бесплатные гемасики, ребята, и еще и бесплатный скин. Но вы знаете, что донатики в Бравле не работают, поэтому вы можете купить ее уже прямо сейчас в официальном безопасном магазине Robzy Shop по ссылочке в описании. Нажимаете «Купить». Каталог Бравл Старс. Выбираете Лили, вводите данные Supercell ID, оплачиваете. Вам на почту приходит код. Вы его скидываете боту, и вам на аккаунт ее донатят. Ребята, я сейчас это и сделаю. Итак, друзья, прямо сейчас я купил в магазине Robzy Shop Лили. А еще я купил себе 950 гемасиков. Теперь у меня есть 1000 гемов. И вот этот офигенный набор, ребята. Кстати, извините за мой голос. Я его реально сорвал, и я сейчас болею, поэтому прошу. Подпишитесь и поставьте лайкусик. Кстати, хотели бы вы себе вот этот набор бесплатный? Кто хотел бы, поставьте сейчас лайкусик. Короче, у меня есть Лили. Вот эта красавица. И я сразу апаю на максимальную силу. Сейчас мы с вами посмотрим, насколько она хороша. Купим ей пассивочки, гаджеты, снаряжение. В общем, зарядим по максимальному. Исчезновение. Лили переносится в царство теней. Боже, какая имба. Какая жесть. Второй гаджет. Траектория следующего супер Ли меняется, позволяет телепортироваться. Так, я сейчас пока что возьму именно исчезновение. Возьмем себе снаряжение. Естественно, скорость бега. И возьмем себе второе снаряжение, возможно, плюс один гаджет. То есть плюс одно исчезновение. Возможно, возьмем себе атаку. Либо возьмем себе вот эту. Короче, набрали снаряжение разного-разного. Звездную силу. Следующая после телепортации атака наносит... Вот это нам нужно, ребята, на 1200 больше урона. Скорость передвижения Лили увеличивается на 15%, если в области супера есть противник. Блин, какая же крутая. Конечно же, колючку. Все, ребята, все, она у нас есть. Это будет подарок. Это будет подарок вот здесь на 8-й день. Также в магазине есть скинчики. Если вам нужны гемы, залетайте в Robzy Shop. Все это, ребята, можете покупать. Гиперзарядики, все это там надежно, безопасно и быстро. Так, подарочек мне нужно обязательно сейчас забирать. Обязательно подарочки забираем. Все, я погналась, ребята, тестить Лили. Я уже хочу поиграть за нее. Насколько она хороша. Пойдем сейчас, конечно же, в ШДшечку. Так, что у нас сегодня? Так, Годзилла через 4 дня. Годзиллочка у нас через 4 дня ранговый. Во, давай, одиночная ШДшечка. Посмотрим, насколько она хороша. Я еще, ребята, сразу говорю, ни разу не играл. На серии разработчиков я ее не тестил. Посмотрим против... Ой, сколько, блин, против нас танков сейчас будет. Хотя есть и Ева, есть и Бия. Так, мне главное зарядить ульту. Так, посмотрим. Ну, атака у нее довольно-таки медленная. Бьет она слабенько. Так, что с Мэйси? Так, хорошо, хорошо. Так, иди сюда, иди сюда. Я ульту не трачу. Я хочу посмотреть, насколько хорошо работает ульта. Так, в розу. Хопа, в спину. Нифига себе! Нифига себе, мы рубанули! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это интересненько! Вот это интересненько. Так, я специально. Смотри. Хоп! На дальник! 5900! Просто вырубили! Просто вырубили! Вот это я понимаю, жесть! Что это вообще такое было? Так, так, отходим, отходим, отходим. Так, смотрите. До свидания. Так, а теперь что делаем? Оп, и в тень ушли. Опа, и нам уроки нанесся, ребята. Фрэнк ничего не сделал. Телепортация в спину. Боже мой, что это за убийца? Вы это видели? Мне понравилось. Мне очень сильно понравилось, ребята, вот эта тема с Лили. Давайте пристар. Спасибо. Я очень хочу еще поиграть за нее. Какой режим? Нокаут 5 на 5. Погнали, нокаут 5 на 5. За Лили, ребята. Сейчас-то, конечно, накажут. Ну, ничего страшного. Блин, теневая тема. То есть вы можете предугадать, где будет противник, обойти его просто в невидимости в другом измерении. Если бы в другом измерении еще можно было видеть противников, это было бы прям имба.
Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрим, что сейчас будет. Главное осторожненько набрать себе ульту как можно быстрее и пойти вырубать ребят. Так, вот это увернули. Смотри, получается, чем меньше останется напарников, тем сильнее я становлюсь, правильно? Ага, я понял. Капец, смотри. Опа, хорошо. Так, смотри, у меня 13 тысяч. Там кто-то очень жирный. Полетели. На нафиг. 8900 ударов. Почему он просто меня преследует и не дает мне играть? Ладно. 34 тысячи хп. Так, аккуратненько. Телепортация в спину. Опа. 41 тысяча хп. У меня 41 тысяча хп. Посмотри на эту зверя. Я хочу набрать себе ульту. Тихо. Есть ульта. Вы готовы это увидеть? Смотри, маленькая Лола на 30 тысяч хп. Ага, давай. Я хочу вот эту добить. 11 тысяч урона. Смотри, в спину. На нафиг. Видели этот урон? Что это был за уронище? Вы это видели? О, второй раунд. Поехали. Давай. Так, ульта. Поехали. А, ульта. Так, я уже сильнее стал. Минус Лола. Сразу до свидания. Ага. Отбиваемся. Уходим в тень. Подожди, я хилюсь? А, в теневом мире я не хилюсь, я понял. Это плохо. Это нехорошо. На нафиг, 5900. Спину просто прибил, пришиб. Так, третий уровень у меня. Так, у Розы очень много хп. Так, давай. Роза последняя остается. Зажимаем Розу. Больно бьем. Навешиваем. На нафиг. Капец она имба. Капец, она просто лютая имба, ребята. Смотри, конечно, 109 тысяч урона. Так, в каком режиме можно еще ее попробовать, ребята? Так, горячая зона. Ой-ой-ой, горячую зону, ребята. Горячая зона, посмотрим, как она хорошо будет здесь. По идее, мы же можем вырубать ребят в спиночку. Так, раз-два. Я готов сражаться против кого угодно. Но она прям читерная. Они реально добавляют бравлеров, которые прям максимально имбовые. Так, хорошо. У меня нет ульты. У меня есть ульта. Смотри, просто в спинку. Раз, 2700. Ага. Не попал. 2700. Добили. Так, ребята, держим. Держимся. А вы будете убивать эту штуку? Да, нам как бы вот эту штуку. Так, подожди. Хоп. На нафиг. Просто почти минус стенди. Хопа. Телепортация, удар. Не, ну она жесткая, ребята, она очень жесткая. Еще когда у вас плюс 50% атаки. Так, подожди. А почему я под бафом постоянно? Я не сделал удар. Вот он, то есть получается, если вы телепортировались и не сделали удар, у вас остается. А как он так? Я в прыжке промазал. Раз, и я вот здесь стою. И просто меня как бы, я как бы есть, и меня как бы нету. Блин, слушайте, мне нравится этот драйвер. Я прям реально кайфую. Бьют. Так, я спасен. Ухожу. Сейчас проверим. Раз. Опять ульта в никуда. Так, Сэнди. Пам. Ну, одно хорошо. Она очень быстро набирает свою ульту. Но жесткий бравлер. Я прям от души, серьезно. Мне прям очень нравится. Я хочу еще пойти в соло ШД. Уже кубасики пошли. Горячая зона. Брубол. Зачистка, ну, в зачистке. Подожди, зачистка это же прям имба. В зачистке же можно просто киллов нащелкать. То есть в спину прыгаешь. Она именно такая, знаете, ассасин-убийца. Данная фишка присутствовала. Если кто-то, возможно, когда-то слышал про такую игру под названием Lineage 2, там были именно ассасины. И с такой же темой, ребята, как у Лили. То есть она прыгает за спину и наносит просто колоссальный урон. Смотри, просто пам. Отходим. Смотри, пам. Раз. Просто пам-пам. Просто брок, до свидания. Так, смотри, пытаемся сейчас набрать себе ульту. Ага. Мы стоим, просто набираем себе ульту. И оп, до свидания. Просто вырубили, ага. И уже почти ульта набрана. Телепортировались и убили. И у меня, смотри, сейчас заряженная атака. Смотри.
А я промазал. Я понял. Я промазал своей атакой. Если атака промазал, нехорошо. Получается. Так. Опа! 5600. До свидания. До свидания. Просто. Смотри. До свидания, бро! Это вообще имба, вы это видели? Что она творит, ребята? Что эта негодница вообще вытворяет? Давай сюда. Давай сюда, мои призы. Мне все это надо. Мне все это надо. Все, она сейчас. Это мой любимый бравлер. Это сейчас мой любимый бравлер. Зачистка? Пошли в зачистку. Вообще пофигу. Я будем все сейчас побеждать. Вообще, я сейчас такой довольный. Даже не то, что я болею, у меня сейчас насморк, температура, болит горло. Все, глаза слезятся, и мне пофиг, я сейчас буду за нее играть, я сейчас буду за нее катать, сейчас буду за нее наслаждаться, я сейчас буду за нее фармить кубасики. Так, ой-ой-ой-ой-ой, а вот против танков, кстати, не очень приятно за нее играть, я вам честно скажу. Но зато вот этих сладких булочек вообще прям разминать очень хорошо. Типа вот таких вот, раз, три, пам, пам, и вот так, пам, так. Главное, кого, вот только кого-то видишь. Три. Спину, на нафиг. Раз, два. Капец, она еще быстро бегает. Три. Опа, минус. Опа, блин, она еще и бегает просто невероятно быстро. Она прям передвигается. Она мастер просто, мастер-ассасин. Смотри, 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 Эль Примыч такой. У-у-у! До свидания. Просто прыжок, убийство в спину. Ты далеко побежал? Смотри, там подружечка. Пау! Просто ваншот. Но я не, у меня просто нет слов. Она просто аннигилирует, ребята. Она просто выносит. Что это за демон-убивца? Я не понимаю реально. Ну, она очень крутая. Все, я такого бравлера просто мечтал увидеть в игре. Я просто мечтал увидеть такого бравлера. Пошли еще в соло шеды разочек гоняем. Но серьезно, это мечта, а не бравлер. Это прям... Уф, уф. Я не знаю, что там будет делать легендарный драка против нее. Но она должна была быть легендарной. Драка должен был быть мифическим, а она должна была быть легендарочкой. На самом деле на сникпиках это не показывается и не передается, ребята, серьезно. Если вы думаете, покупать ее сейчас или нет, посмотри, сколько лили! Что это такое, ребята? Это все мои подписчики. Они уже купили себе лили, ребята. Это по-любому мои подписчики, они купили себе лили. Давай, дружочек, ты понимаешь, что я тебе ваншотну просто? Просто реально ваншот, ванкил будет. Это будет вынос, это вынос-перевынос. А ты понимаешь, что я сейчас делаю, дружище? Давай, а ты понимаешь, что я сейчас накоплю? Накоплю. Ага, ага. И ты где стоишь? А он не знает, где я. А ладно, он знает, где я. Так, а он уже может телепортироваться ко мне. Посмотри, куча лили, у кого-то 4 банки. Кто-то ушел в инвиз. Тихо. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. До свидания. Я ухожу в тень, она не знает, где я. А я совсем в другой стороне. А я совсем в другой стороне. Давай-давай-давай, подходи ко мне. Подходи, мне нужна ульта. Мне правда очень сильно нужна твоя ульта. Точнее, моя ульта против тебя. Капец, а что, лили все погибли? Вот это вот мне не нравится. Мне нужна ульта. Так, меня бить не нужно. Так, 4 бойца остается. А мне дайте ульту набить по-братски. Дайте мне до кого-то дотронуться. Ладно, я промазал. Я промазал. Я промазал. Там 5 банок. Там 5 банок, есть ульта. Мы не дадим. Мы не дадим ей победить. Мы не дадим себя победить. Ага, ага, конечно. Тихонечко. Тихонечко. Аккуратно. Аккуратно. Не... Мы должны на... Я, в принципе, могу сделать вот так. И сделать вот такую тему и подойти в упор. Да блин, 31 хп, серьезно? Серьезно, 31 хп! Это была жесткая тема, ребята. Вы видели, сколько ли было дальше в катке, боже мой. Я последний остался, ребята. И все уже 11 силы попрокачивали себе. Вот это я понимаю жесть. Ребята, бегом покупайте лили, кайфуйте. А если хотите бесплатно, ставьте лайки. Всем удачи, покедова.